Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. Мы находимся в Приме и узнали у заведующего станции, почтовой станции, про людей, которые рассылали странные посылки. Также про человека, который, возможно, нас подстрелил. Ну, прострелил нам башку, но тем не менее. Раз я вернулся с того света, значит, я его заберу. С собой. Не понял. Сейчас не понял. Бля. Без башки тебе лучше будет. Тебе тоже. Какие они конченые, капец. На. Не вставай. Патроны, пистолет, бутылочные крышечки, вармин. Формент я возьму. Так, этот товарищ без башки у нас. Шляпу возьмем. Ой, опять же перепутал. Одежда наемника, опять же, не защищает нифига. Доллары. Вот это мы берем, это мы все берем. Динамит, кошачье зрение, это что-то вообще, одежда наемника-ветерана, интересно, как-то это все так выглядит. Так, ковбойская шляпа, ремонт. Ремонт, одежда наемника-авантюриста. Ну, она такая, знаете, какая-то такая пестрая. Давайте-ка на свет выйдем. О, какая-то прикольная, кстати, с орденами, с какими-то прибамбахами. Такая интересная броня. Но моя кожанка покрепче будет. Вот. Так, я еще же вармин хотел починить, точно. Моя винтовочка вармит. И этот пистолет. О, до идеального состояния, мать его так. Короче, я думаю, я 9-миллиметровый себе оставлю. Потому что он хорош, на самом деле. Он мне нравится. Кассовый аппарат. Довоенные деньги, заберем. Пустые бутылки, всякое говно, довоенные книги, бутылки, вот тут, о, крышечки, оно стоят, крышечки, это, кстати, хорошо, о, сейф, сложный, твою мать, о, так, а ну-ка давайте проверим. Аскаримские чипы работают? Ох-ох-ох-ох-ох-ох. И правда работают. Знаете что? Я возьму только 8 крышечек. Потому что, ну, во-первых, это нечестно. Ну... Все-таки открыл уже, жаба ж меня будет душить, что я вообще ничего оттуда не взял. Вот крышечки, 8 штучек взял, все нормально. Так, двери забаррикадированы, сохраняемся, кстати. Такие большие здания. Дверь, техническое помещение. Это переход на новую локацию или остаемся все в той же самой?
карта местности. Остаемся все в той же самой. Значит, хорошо. А я умею замки открывать. В Скайриме провел довольно много времени за этим занятием. Спокойно. Это что такое? С чего ты там херанул, товарищ? Ты что, дебил или что с тобой не так? Кошмар какой. Вармин, динамит. Одежда опять же ветерана. Секач не нужен. Капец, какой он конченый. А куда он ушел-то? Вес 12 килограммов, кстати говоря. Голова отлетела. Это тот же самый. Нет, я не ушел. Hey! Опять же. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. Ты должно быть помощник шерифа. Why, yes, I am. It's a pleasure to meet you. I'm in a bit of a predicament here. I'd be most appreciative if you'd set me free. Мне говорили короче. Парень в клетчатом костюме. Что ты про меня знаешь? I would be thrilled to share that information with you as soon as I am released from captivity. Да ёб твою мать, красноречие. Well, you look to be a trustworthy sort. Okay, I'll tell you what I know. I overheard them saying that they're on their way to Novak. If you want to follow them, I strongly suggest that you follow the road through Nipton. There are a lot of dangerous things out in the desert. You won't have me with you to protect you, as I need to stay here and keep Krim safe. It would be so very Я сейчас тебя освобожу. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little closer here. Если ты попытаешься удрать вместо того, чтобы сражаться, я убью тебя своими руками. Oh, why, of course. I'd never let you fight my kidnappers with my help. Ага. Without it. You lead the way. Третий уровень. Хорошо. Что я хотел поднять, блин? Дайте-ка выживание до 25. Потом науку до 25, медицина до 25. Взлом на 40, бартер до 30. Оружие. И не знаю. Ну давайте-ка последнее очко куда-то вкинем в нечетное. Я знаю, без оружия мне не нужно. Холодное оружие тоже не нужно. Скрытность. А ему. Хорошо, пускай в ремонт пойдет. Мне пригодится ремонт, патроны,
пистолет, бутылочные крышечки, опять же динамит. Шлыки с белки, ёпта, деликатес. Так, доллары. Так, так, так. Помощник шерифа, да? Хорошо. Давайте-ка хильнемся. Ой. А помощь, 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 помощь. Чем тут ширнуться, да? Да, нормально. Поехали что-то. Заберем. Может, я тут херню тоже забрать? Я смогу ее нести, кстати. Да, вроде могу. Пошли. Дверь. Дверь. Куда она ведет, эта дверь? Инфо. А, нет, 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 не сюда. Так, вот эта дверь замурована. А через эту я пришел. Касса, кстати. Терминал. Ой, блин, а я не помню, как их ломать. Ладно, сейчас посмотрим. Ну, прекрасно. Отказ в доступе 2 правильно, да? На какие 2? Одно правильно, но не подходит. Значит, скорее всего, R-ки, да? Хантинг. Собачка. Ну, последняя попытка, давай попробуем. Нет? Терминал заблокирован. Пожалуйста, свяжитесь с администратором. А твою мать. Ладно. Конченое говно. Никогда не любил технику. Так, хорошо. Товарищ. Товарищ. Я не понял. Он вышел, надеюсь. Надеюсь, он вышел. Так. Надо бы мне все это распродать, честно говоря. То, что у меня тут осталось. Ну что ж. Давайте-ка на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых видео.